Добрый день, меня зовут Новиков Александр Филиппович. Я научный консультант компании Nature Sunshine Products. Точнее, научный консультант представительства компании в странах СНГ, в Москве, в странах Балтии, Монголии. Старший научный сотрудник кафедры профилактической медицины. Ну и еще много всяких регалий, но самое важное для меня это то, что я еще являюсь соредактором, скажем так, или человек, который помогает создавать вот этот журнал. Я в эти журналы пишу статьи, и за эти годы, примерно лет за пять, получилось так, что вы можете теперь прочитать сборник моих статей, он так называется «Горизонт». Я имею большую возможность изучать первым документы, которые касаются новой продукции. Фактически ассортимент продукции, который компания поставляет на наши рынки, включая страны СНГ, как я сказал, и другие регионы, этот ассортимент формируется, учитывая пожелания наших дистрибьюторов и оценку мою как научного консультанта, и имея все необходимые документы, имея всю информацию о новой продукции, безусловно, легко проводить сертификацию, несмотря на то, что это большая проблема в каждой современной стране, потому что требования за последние 10 лет выросли также в десятки раз. Требования к сертификации биологически активных добавок не менее строгие, чем к фармацевтическим средствам, за исключением того, что для регистрации биологически активных добавок не обязательно проводить их клинические исследования. Это либо по желанию производителя производится, либо в том случае, если регистрационные органы, имеется в виду прежде всего Министерство здравоохранения, потребуют проведения таких клинических исследований. Очень часто задают вопрос, проводим ли мы клинические исследования. Несмотря на то, что это не требуется, клинические исследования в России проводятся. Они начались... Ну, речь идет о компании Nature Sunshine Products. Я надеюсь, что аудитория, которая будет видеть эту запись, слушать нашу беседу, понимает, что несмотря на то, что я являюсь одновременно сотрудником кафедры профилактической медицины Российский университет дружбы народов, я параллельно являюсь научным консультантом компании Nature Sunshine Products. Наши дистрибьюторы называют коротко NSP. И если 5-6 лет назад, даже в Москве, где очень много разных компаний, разных представительств, слово NSP ни у кого не вызывало никаких эмоций, потому что про нее практически знали какие-то очень ограниченное количество людей, то теперь аббревиатура NSP на слуху, теперь наша компания стала очень популярные, очень известные, и большая честь для нас, что очень много врачей сотрудничает с нашей компанией. Конечно, биологически активные добавки не предмет пристального изучения врачей. Это предмет изучения любого культурного человека. Потому что можно читать самые различные статьи о том, что БАДы, непонятно, что за явление, нужны ли они вообще. Было какое-то нехорошее время, скажем так, неприятное для нас как ученых и трудное для дистрибьюторов, когда биологически активные добавки просто считались пустышкой, ненужным дополнением к лечению.
К счастью, произошли два события. Они произошли, первое событие произошло в 2002 году в Сочи. Это нужно обязательно знать прежде всего врачам, потому что очень часто встречаются мои коллеги, которые об этом ничего не слышали. Вот в 2002 году в Сочи состоялся международный симпозиум, четвертый симпозиум диетологов, который получил название «Биологически активные добавки и вопросы оптимизации питания с помощью БАД». Вот тогда была поставлена очень большая точка или, скажем, восклицательный знак в вопросах того, следует ли употреблять биологически активные добавки, не следует. Вообще, можно ли называть слово БАД, потому что доходило до издевательств буквально в этом смысле, когда БАДы в прессе, я сам читал, назывались БАДы – это беды, БАДы – это гады. Ну, то есть изощрялись журналисты как только могли, показывая свою, в общем, грамотность низкую, низкую культуру. И вообще биологически активные добавки и такое понятие, как культура питания, они стоят как бы на одном уровне. И второе эпохальное событие произошло совсем недавно, в декабре 2007 года, когда прошел 9-й конгресс российский, всероссийский конгресс диетологов. И девиз этого съезда был «Нутрициология – основа современной диетологии». Слово «нутрициология» никто не знал. Многие годы, в общем-то, эта наука также постепенно набирала популярность, но мешали разные условности, правила. Сам министр здравоохранения, который подписывает реестр специализации медицинской, да, ну, если вы слышали, в 1995 году впервые там появилось слово «гомеопат». До этого не было. Гомеопатия была, но гомеопаты уходили на пенсию как угодно. Физиотерапевтами, педиатрами, только не гомеопатами. Я надеюсь, что после вот этого конгресса, когда слово «нутрициология» не однажды, а много раз было использовано в докладах, а доклады были очень интересны, и из области педиатрии, и из области акушерства и гинекологии, то есть из тех областей медицины, где особенно пристально и очень внимательно следят в отношении чистоты, допустимости, безопасности различных средств, которые применяются этой группе людей, больных. И когда говорят о БАДах, то иногда говорят, что это биорегуляторы, что это естественные метаболические вещества. Некоторые называют их ортомолекулярные вещества. Но на самом деле это же не столь важно. Главное, что теперь стало ясно, что диетология не уделяет достаточного внимания фитотерапии, биохимии, биохимическим процессам, которые происходят в организме. А нутрициология объединяет не только эти науки, но и такие науки, как микромолекулярную биологию, как генетику, как физиологию питания и так далее и тому подобное. То есть нутрициология занимается проблемами метаболизма, глубинного метаболизма, проблемами состояния мембран, проблемами и вопросами энергетического обеспечения клетки. То, что было недоступно на том этапе, которые прошла диетология, и честь ей и хвала. Никто не говорит, что диетология не нужна, это глупость. Естественно, что диетология, другие науки –
так же, как фармацевтическая наука, как производство фармацевтических препаратов или аллопатии, как называют их ученые, гомеопатия. Все эти средства должны быть в арсенале современного.